Что, всем рыбацкий салам, друзья, с Вознесенки. В общем, выдался сегодня первый такой более-менее прохладный денек. Ну как прохладно, наверное, градусов 28, просто облачно. Солнце сильно не жарило сегодня. Вечер, часов, наверное, 7 сейчас. Думаю, пару часов есть, покидаю спиннинг. Короче, попытаемся сегодня что-нибудь поймать. Все, смотрим. Так, начну сегодня с вертушки. Вот с такой. Что это у нас? Третий номер. ВПЕ, или как она правильно там называется. Окунь на нее хорошо клюет. По соседству ребята какие-то отдыхают. Шашлык-машлык. Хотел изначально на то место заехать. Думаю, пусть отдыхают люди, мешать не буду я. Чуть-чуть дальше остановились мы за БАМом, за лагерем. Последнее время рыбачу часто здесь. Так, а если вдоль камыша? Камыш. Есть, друзья. Ой-ой-ой. Вы, наверное, видели. Вот такой окушок. Ух ты! Видно было на камеру, интересно. Прям выпрыгнула за вертушкой уже у берега. Я ж, если честно, немножко напугался. Щучка была. Небольшая, правда. Второй раз возьмет, нет? Второй раз не хочет. Опять выпрыгнула. Нет, все-таки это, по-моему, щука. Это не окунь.
Ну, опять же, маленькая фишка. Сейчас третий раз не возьмет, настаивать не будем, пойдем дальше. Нет. Так, поменяем приманку. Сейчас поставим сетный крючок вот с такой рыбкой. Попробуем его. Если поклевок не будет, я думаю, есть смысл попробовать воблер. Заглубление у него, если я не ошибаюсь, 2 метра. Но здесь порядка 3, я думаю. 2,5, может быть, на этом участке реки. Здорово. Пойдет. Это ты тут отдыхающий, да? Да. Ты зачем музыкой всю рыбу распугал? Ничего не клюет. А? Что, вообще не клюет? Да один окушок. Клюет. Тише, чуть не зацепил. Да ладно. Да один маленький что-то зацепился и все. А купил? Да он упал тут сразу с края. Вот так по камышам ходишь, тут же коровы лазят. Да. Бывает в мину как залезешь на, в тапочках еще. Да. Так аж между пальцев вылазит. Есть, друзья. Маленькая. Ой-ой-ой, тише. Тише, малыш. Ай-яй-яй. Прям под берегом. Ах ты. Вертушку поставил сразу, поклевка. Третий номер, зеленая вертушка, вот такая красавица. Беги. Как говорят там, за мамой, за папой. Провалиться бы. Трава.
Я тапочек потерял. Ё-моё. Ё-моё. Говорил же, хоть бы не шлёпнуться. Да. Ощущение, короче, не очень. Воняет от меня теперь, как от канализации. Лягушка. Вон. Сидит. Маленький лягушонок. Еще рыбак по берегу идет. Евгений, ты ли это? Добрый вечер. Добрый. С подписчиками поздоровайся. Да, добрый вечер. Че, похвастайся уловом. Одна? Две. Два схода. Два схода? На железку. На блесну рыбачишь? Да. Железка вечером все пошла. Ага. Ты давно ходишь? Да нет. Часа полтора. А вот эту блесну? Да, да. Вот. Силикон вообще не идет. Я тоже силикон кидал, не идет. Вот такую вот щучку поймал. На силикон? Нет, на вот вертушку и отпустил. Ну, а кушок один легкая. Кидался. На кушок я вот такую себе взял. Вертушку? Нет, тоже силикон, только белая. Тут вот на этом баме с мостик. Ой, баме, на моторах с мостик. А кушок такой, знаешь, ну, ну да, не да. Сильный, но хорошенький берет. А, ну, вот такая. Ловил на нее, да? Да, два штуки. Ну вот на вот эту тоже окунь прет. А сегодня уже, видишь, вообще этот пасмурный. Как-то не... Я сегодня первый день такой, да, более-менее прохладный. Я думал, ведь к вечеру будет клев. Я еще покидаю. Да я вообще на БАМ хотел заехать, там смотрю. Отдыхает? Отдыхает. Ты что, домой направляешь? Ну вообще, да, я думаю. Давай я тебя довезу, сейчас покидаем здесь. Давай, пошли. Вот так вот поворот обкидаем, да, поедем. Попробуем блесну. О, люди на лодке купаются. Да-да, возле берега. Выпрыгивала сегодня два раза одна. Да, утром больше шансов. Вот я тогда прямо вот на этой плотине, на промойне.
Вах, сразу белая силиконка. Все, друзья, такая рыбалка сегодня на минималках. Час покидали, одну маленькую. Улова максимум. Одну маленькую видели, поймали, отпустили. Там пару. Акушок кидался пару раз, щучка возле берега стоит походу. Вот Жене повезло больше. Будем надеяться, погода восстановится, выйдем еще раз порыбачим. Да, возможно даже завтра утром. Ладно, все, всем пока.